Всем привет, меня зовут Даник. Всем привет, Даник. У меня для тебя вещь, которую я хотела дать тебе уже давным-давно. Внимание, и это... Та-дам! Что это? Шапка. Шапка? Вот такая вот крутецкая шапка попалась нам на Алиэкспресс. Мы сразу же решили ее заказать. Очень классная. И на нее можно прицеплять вот такие вот детальки. Делать из них разные картинки. Вот, Данька, попалась такая картинка. И даже слова тут можно писать. Эти детали у кепки съемные. Как вот эта вставка на лоб. И козырек тоже. Что? Да, и мы получаем обычную кепку. Ура! Давай напишем твое имя. Будем писать имя на кепке. Для начала Даник сделает рамку. Тут даже башни всякие можно нагородить, представляешь? Можно тут сделать башню. Пока Даник делал рамку на вставке, я тут на кепке вот такую вот конструкцию какую-то сделала. Хотела, чтобы она походила на Эйфелеву башню, но она не очень похожа получилась. И Даник заканчивает рамку, а я дальше имя напишу. Вот такая вот именная кепка у нас получилась. Даник оформил козырек. Получилось красиво. А ну-ка померь. Ну ты крутой. Ух, какая красота. Идем дальше? Да. А теперь я достаю вот это. Что это? Там что-то есть. Там какая-то машинка странная. Там машинка есть? Да. Вот что ты заметил, машинку. А я не знал, что она есть. Знал, что там идет чашка, а не знал, что там есть машинка, да, какая-то? Нет, я знал. Я видел на той фотографии, когда мы заказывали. А эта кружка называется Build on Brick Mug. На нее можно прицеплять разные детали. Кстати, детали от Lego тоже подходят. И получается, что из обычной кружки можно сделать всякие разные. Там чуть ли не роботов из нее построить. Давай собирать. Даник трудится, трудится, колеса прицепляет. Ну, красота, машину мы собрали. А машину теперь можно прицепить к чашке? Не знаю. Даник прицепляет машину прямо к чашке. Класс! А у меня тут еще для тебя что-то есть. Что? Ну-ка, примерьте, пожалуйста. Профессор Даник! Профессор Даник, вам очень идут очки. Если ты любишь прикольные штуки, смело ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока. Пока. Какой у тебя чехол красивый для очков. А для чашки какой классный чехол. А для чехла какой? А для чехла какой чехол?